записи кого? У меня 9. У вас? 9. ТС, заявление. Здравствуйте. По госслугам кто записан? 9 у меня. 9? Да. Что у вас? Что, регистрация? По ДКП. По договору продажи? Да. А что свидетельство у вас? Которое? Потому что собственник будет несовершеннолетним ребенком. Снимите резинку, почистите номер позвонок. А что его чистить? Вот он. Все видно. Все видно. Вот мне почистить надо. Вот он, все читается. Сейчас я его поцарапаю, потом... Сейчас я его поцарапаю, потом на экспертизу. Говорю, зачем? Просто говорю, на почистить. Просто вот так отогнуть и почистить. Он все, больше вам ничего не требуется. Ну, я не специалист, каждый день не езжу в ГАИ. Ну давайте почистить. Нет, просто все, я все, все. Специалист чистить. Все, все, я взял вот оборудование. Все, вот. Почистили вы. Да? Почистили вы. Все, вот. Документ. Давайте вот. Не будем. Все, давайте не будем. Я не знаю, где он. Надо, можешь мне подложить? Ну, надо на яму, наверное, заехать. Удобно. Не, на яму не надо, надо на яму не бить. Надо что-нибудь подложить. Видите, надо что-нибудь подложить. Сейчас подложим. Пойдет? Дверь закрыть? Подождите. Грузовой фургон, у нас достаточно. Самые перегородки. Все документы есть, переоборудование. А 15 посадочных мест? Он раньше пассажирский был. Нет. Замена типа транспортных средств на грузовой фургон. 15 посадочных мест. Там написано. Может, все здесь? Где? Посмотрите, пожалуйста. Сейчас. Где? А как? Давайте на яму заедем. Ну, на яму заедем, там не почистишь яму. Почему? Дайте тряпочку я сам почищу. Вот тряпочка.
Может, еще что постелить? Если можно постелить, да. Если есть возможность. Знаете, как вам повезет? А? Очень интересный баннер. Можно? Я с вашего разрешения. Пожалуйста. Почищу. Это даже не представить сделать. Давайте я сам почищу. Я же покажу вам, не захотите. Я просто не знал, где он. Мы только купили. Вес, пожалуйста. Есть, да? Ну, бывает, что ржавеет. Так, документ. Ничего лишнего. Переоборудование у вас есть, нет? Есть, есть. Есть, есть. Есть, есть. Есть, все есть. У меня даже сиденья там лежат. Кузовы. Все. Вот здесь проведение технического осмотра. Нет, это само свидетельство. Так, направление, это вот то, что он ездил. Диагностический карт. Так. Таможенный пристав. Сертификат соответствия. Система сертификации. Заявление внесения конструктивного заказа на рядный предмет технического осмотра. Договор на переоборудование. Вот это. А при чем здесь таможенный союз? Я думал, просто если у вас есть. Нет, в 2001 году же это. Когда купили же, тогда же переоборудовали они. Что? Боковую дверь открой, пожалуйста. А? Сейчас все закрою. Что-то не так? Нет, на 15 посадочных мест. Ее в 2001 году купили, в этот же год переоборудовали. А вот сейчас 15 мест здесь
Есть, да? А вот сиденья, они вон внизу лежат. А их надо поставить, надо будет. Зачем? У меня же не этот, у меня же грузовой фургон. Здесь написано и в ПТС, и в свидетельстве о регистрации 15 посадочных мест. Свидетельство такое-то о переоборудовании. Установлен отдел для багажной отсек, вот перегородка. И решетки для защиты стекла. У меня же фургон. Вот 15 посадочных мест. Автобус либо маршрутов перевозок у вас. Где? Нет, там переоборудован 10 раз. Вот. Автобус для перевозки маршрутов перевозок. Он был куплен как маршрутка, а потом его использовали как фургон. Вот здесь особые отметки, свидетельство о переоборудовании было, переоборудование делали. 15 посадочных мест, свидетельство такое-то, установлена перегородка, вот перегородка, ну. Чтобы сделать, так, отдел багажный отсек, установлены решетки, защита стекла. Раньше автобус был, сейчас сделали фургон, да. Нормально. И 15 мест. Нету мест. А вы сняли типа? Сняли. А вот это 15 посадочных мест? Нет, там особых осмотров, внимательно, замена типа ТС на грузовой фургон. Да. Внимательно читай. У меня грузовик, замена, вы что? Типа ТС на грузовик. То есть, а сиденье я взял... Это демонтировали 15 сидячих мест. Я на всякий так случай понимаешь? Просто забрал это и все у него. Я примерно тоже так понимаю. Но, не, я понимаю, а почему тогда поставили 15 мест? Тогда еще... она была демонтирована, 15 мест. Ну вот, не добили, наверное. Ну я как, вот, нет, я понимаю. Замена. Фургон не бывает пассажирский, вот с такой, с перегородкой. Ладно, да, хорошо, да. Давайте. Я логически так думаю. Ну смотрите, ваш коллега печатал. Не знаю, что он закончил, сельхозинститут, наверное. Так, у меня на 9 шокеев. Я еще пока не расписался, не знаю, где это расписывается. Осмотр сделали. У меня здесь свидетельство о рождении ребенка. Вот договор купли-продажи. Так, еще страховка вам надо, да? Или что еще? Вот страховой полис. Если есть, хорошо, если нет, ничего страшного. Ну вот, распечатал. Так, у вас места в ПТС нету, надо будет тогда за ПТС доплатить. Доплатим. Вы номера меняете, ведь новые, да, хотите получить. ПТС просто у вас физически мы не можем распечатать. Доплатим. Хорошо. А сколько надо? Окей, 15-й. Все, проверяйте, кроме всего другого. Все, спасибо.